Вон с Адмиральского пляжа видна какая-то огромная яхта. Или что это? Я таких практически не видела. Яхта такая огромная, или вообще слишком большая для яхты, наверное, корабль. Просто они обычно же не белого цвета. Я вот в сторону Херсонесского маяка. А вон там стоит военный корабль. Вот он черный, как всегда. Или какой-то морской волны. Круть. Жалко, что не могу приблизить. Вот бы на таком поплавать. Я здесь ни разу нигде не плавала. Что я в Питере жила. 5 лет я ни разу не была там. На воде. Ну, не помню такого. Вот. Что здесь тоже ни разу. А, здесь только в Балаклаве там. От набережной идет катер, идут катера до пляжа. Вот. С пляжа до Балаклавы. Но это не в счет. Там довольно быстро. Неужели такая яхта? Я не знаю, сколько она метров. Такое ощущение 10 метров. Там что ли что-то еще белое? Нет, наверное, все-таки теплоход. Сколько я здесь купаюсь, я таких не видела. Обычно какие-то суденушки маленькие.